вишни, огурцы не надо покупать всякие дорогие парники. Иногда проще всего самый элементарный способ. Купить где-то 40 метров арматуры, порезать кусочками ее и воткнуть землю. А потом поверх нее положить проволоку, а сверху положить... Между ними положить пленочку. Да. Вот. Самое лучшее средство. При этом, и быстрый, и самый дешевый для людей, которые в первый раз пытаются вырастить огурцы на своем дачном участке или в огороде. Да. Давай, воткни. Углубляй. Или помидоры, или огурцы. Можно это так? Самый оптимальный вариант. Да. Вот. Вот еще. Сейчас мы прижмем. По краям поставим кирпичи на какие-нибудь. И все, будет у нас огуречник. Вот так поднимается. Все. Вот так делать? Да. Не, вот так мы закрываем. Кирпичом или там крепочками можно. Самый быстрый. Быстро и хорошо. Осталось только посадить огурцы. Сейчас мы их начнем сажать. Что вам еще рассказать? Огурцы очень любят тепло. Не любит сквозняков, поэтому под простой пленкой самое надежно. Хотите быстро, чтобы они взошли, пока вот сейчас посадим, и пока они не взойдут, ну, обильно поливаем. Не открываем пленку, пока они не взойдут. Как взойдут, мы уже открываем, поливаем и опять закрываем. И стараемся только бока открывать. Здесь не будем открывать, чтобы они быстрее пошли. Вот поэтому у нас будут огурцы очень быстрые. Ну, то есть можно несколько дней не поливать, и она будет сохранять. Мало ли куда-то ехать, некогда, устал с дороги. А ты уже уверен, что у тебя влага есть. Женщина в колхозе большая сила. Уже колхозов давным-давно нет. Ой, смотри, какие червяки там. Ой, сколько много, видишь? Земля удобренная, хорошая. Навоз прям хороший. Да, восстанавливаем просто. А? Ну, уже лайки пошли. Ты что, уже выложил прямую? Положите, Thank you.
закладывается навозом. Любит она эту историю про навоз рассказывать. А что у нас есть? Это черный кожа. Это самое дорогое золото. Мягкая медь. Да ладно, это как в анекдоте про это. Все продадим, купим, весь навоз продадим, купим параплан и улетим отсюда нахрен. Я ты как развалил сельское село. Да это же не навоз, это уже в общем-то это в общем-то уже перегной. Сейчас одну сторону сделаем, покажем, как привязываем веревочку. Принесите мне веревку и ножницы. А, вот. Сейчас я покажу. Что наводишь? Да я у меня друг. Так, мы привязываем вот так, так, потому что у нас пойдет ряд огурцов, и надо будет за что-то привязывать. Мы сразу делаем, потому что потом некогда. Закручиваем вот так, не привязываем, ничего, просто закручиваем. Опа. И плотно будет ровнее от того, что мы сейчас это все делаем. Вот так нам должна идти. Ну, закручиваем еще раз другую сторону. И когда нам надо что-то там поправлять, мы просто двигаем вот так сюда, вот так, так. Все. Так. Стараемся, которые под пленкой, чтобы была закручена. Вот так, так же. Сейчас мы ее еще потуже, чтобы была. Вот, дальше. Дальше. Хоп, хоп. Вторую. Нет, нет, мне надо так оставить чуть-чуть слабину веревки. Мало ли куда-то нам надо быть. Нет, тут большое пространство. А? Тут много пространства. Ничего, потому что камень. Мы дополнительно, потому что ветра сумасшедшие. Вот, мы сейчас закрываем и пока делаем другую сторону. А огурцы с той стороны? А? Огурцы с той стороны будешь сажать?
Начнем с той. А сейчас пока буду делать другую часть. Конечно, у нас гряда такая маленько с наклоном. Ну, закрывай. Потом как долбит. Настрой. А? Не играла, мы делаем так, играем еще в бок. Хватило. Ну, хватило? Ну, хватило, но я остатки. Вон, что еще есть. Остатки я сажаю сбоку, на всякий случай. Что значит на всякий случай? А где они взойдут, или какой-нибудь короед съест, я запас себе делаю. Все. Сейчас пойдем и закроем. Так, где Мелека? По-простому. Самый простой метод. Просто вот вам показали. Все. Но мне дети подарили в прошлом году парник. Но я недовольна. Хотя я им особо не рассказываю. Но есть недостаток. Вот все хорошо. Открывается удобно. Вот оно. Все. Открывается. Все. Но не нравится мне здесь, что она плохо прижата. Плохо, в общем, прижата. Хоть сын купил резинку с каблом. Отдал кучу денег. Вот здесь они, правда, уже зашли. Но ей прохладно. Не прижимается нормально. Щели какие-то остаются. И потом она, он ржавеет, ржавчина.